Исторический центр Каира преобразится. Суверенный фонд Египта завершает разработку генерального плана по его реконструкции. Работы смогут начать, поскольку правительственные министерства в основном переехали в новую столицу на востоке. Фонд собирается использовать многие бывшие правительственные здания. Мы хотим оживить центр Каира, чтобы он действительно реализовал свой истинный потенциал. Мы создадим уют, которого не хватает в центре Каира, места для отдыха и культуры, офисные помещения для стартапов и бизнес-аутсорсинга, а также немного квартир для долгосрочного пребывания. Исторический центр был построен по образцу Парижа 60-х годов XIX века. Здесь много элегантных, но разрушающихся зданий. Их национализировали в 50-х-60-х годах прошлого века. С тех пор они оставались в запустении. Согласно новому плану, в центре нельзя будет использовать помещения под склады. При этом будет поощряться туризм. Также не исключается возможность строительства высокого небоскреба. В городе появятся пешеходные зоны выходного дня и паркинги. В большом здании бывшего Министерства внутренних дел расположится трехзвездочный отель от Мариот. Мы надеемся, что сможем использовать больше зданий. Некоторые застройщики уже выразили заинтересованность, особенно после некоторого прогресса в приватизации отелей. Как ожидается, работы на местах начнутся в первой половине этого года.